К другим темам. Пятилетний юбилей отпраздновал Волгоградский исторический парк «Россия. Моя история». За это время десятки тысяч жителей и гостей города-героя посетили интерактивный музей и познакомились с многовековой историей нашей страны. Поздравили музей с днем рождения эксперт Федерального агентства Росмолодежи Роман Степаненко, публицист Николай Стариков и певец и телеведущий Влад Соколовский. На торжестве побывала и наш корреспондент Дарья Денисова. Голограммы, сенсорные экраны, лайтбоксы, 3D-реконструкции сражений, зданий и целых городов. Купольный кинотеатр, круговая панорама, кино в чаше. И все это увлекательное мультимедийное путешествие в историю России. От древнейших времен до современности. Квесты, интерактивные платформы, тесты на знание периодов истории нашего государства. В доступном и знакомом молодому поколению формате. Формат, безусловно, потрясающий. Интерактивные экспонаты, они завораживают. Это действительно интересно. Век информационных технологий – это очень круто. Это особая атмосфера, особые люди. Всегда знаю, что если придешь, тут будут такие же люди, как и ты. Два больших зала и 42 эпохи российской истории. Рюриковичи, Романовы, от великих потрясений к великой победе. Россия – моя история. Удивительным образом сочетаются факты прошлого и роль личности в истории страны. Эпохе Екатерины II и ее правлению великой державой в непростое время посвящена отдельная часть экспозиции – «Тайны великих женщин». В рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I была открыта цифровая интерактивная иллюстративная галерея. Посетив исторический парк «Россия. Моя история», ребенок, молодой человек уносит частичку своей родины в своей душе, оставляет немножко сердца здесь. И вот эта связь, она является ключевой. В рамках празднования дня рождения сотрудники музея и представители общества знания рассказали о функциях человеческого мозга. Во время эксперимента участники мастер-класса выходили на сцену и пробовали общаться с публикой, реагировать быстро в сложных ситуациях, адекватно воспринимать шокирующую информацию, импровизировать и шутить. Если честно, очень даже рад, что такие музеи появились. Очень важно в условиях нынешнего времени давать информацию более новым путем. Ребята просто супер. Я много езжу по России, много где бываю. И здесь очередной раз я понял, что просто активная, замечательная молодежь, которая адекватная. Как не стать жертвой информационных войн и как избежать манипулирования вашим сознанием? Автор более 20 книг, писатель и политолог Николай Стариков. На примерах из истории провел причинно-следственные связи современных событий. А самому внимательному слушателю подарил свою новую книгу. Сознание людей – это тот ресурс дорогой, бесценный, которым многие в мире хотят управлять и направлять поведение людей в ту или иную сторону. Наверное, четвертый или пятый раз в различных городах посещаю выставку «Россия. Моя история» и считаю, что это очень-очень важно. Лекции в музее – любимое время у молодежи, студентов, вузов и школьников. А еще это площадка для пространства «Большая перемена» – центр непрерывного развития школьников. Здесь они могут обмениваться опытом, придумывать проекты и реализовывать их на практике. Мне мастер-класс очень понравился, потому что он был веселый, активный, самое главное, и еще познавательным. Я уже взял некоторые советы по прокачке мозга, поэтому это оправдало все мои ожидания. Лектории в музее «России. Моя история» объединяет людей с общими интересами. Пространство «Большая перемена» – часть федерального проекта «Билет в будущее». Познакомиться с моделями новых профессий, пройти тесты и выбрать для себя работу мечты волгоградские школьники могут в лаборатории будущего. Исторический парк сегодня – это площадка под девизом «Больше, чем музей». И мы стараемся сделать качественный контент для наших посетителей. С удовольствием будем ждать всех на площадке исторического парка. Уже совсем скоро в подобных исторических парках по всей России откроется экспозиция, посвященная 80-летию Сталинградской битвы. Исторический парк не просто открылся, а развивается, стал, по сути дела, такой многофункциональной площадкой для изучения истории, для общения молодежи, для патриотического воспитания. И вот именно такая подача, современная, интерактивная, вызывает очень живой, большой интерес, в первую очередь, конечно, подрастающего поколения. Уникальный для Волгограда современный мультимедийный выставочный комплекс – один из 10 в России. Культурный, патриотический и образовательный проект такого уровня реализован в нашем регионе впервые, благодаря совместной работе администрации Волгоградской области, администрации президента
президента России, Фонда гуманитарных проектов, Патриаршего совета по культуре. Дарья Денисова, Александр Шишин. Время новостей.